Добрый день, меня зовут Сергеевич Ольга, я являюсь директором Центра профориентации «Профиком» в городе Улан-Удэ, Республика Бурятия. Хочу сказать, что 8 лет занимаюсь тестированием, консультированием подростков по выбору профессии, а в прошлом году съездила в Москву в Smart Course и стала участником программы «Осознанный выбор профессии». Этот тренинг я себе приобрела как специалист, внедряя его уже в течение года. Было более 15 тренингов. Считаю, что материал очень замечательный. Зачем изобретать велосипед, когда есть уже зарекомендованная программа временем и уже результатами. Поэтому рекомендую специалистам приобретать данный продукт для тех целей, скажем, чтобы эффективно помогать свое призвание подросткам находить в этой жизни, так как этот выбор очень непростой. Такой тренинг, он именно позволяет сделать осознанный выбор, причем очень хороший, доброжелательной атмосфере.